Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос достаточно прост с точки зрения самого ответа, но достаточно сложен с точки зрения реализации этого ответа. Дело в том, что вам нужно принять себя. Ответ кроется в том, что вы считаете себя непривлекательным. И в этом все дело. Вы оцениваете себя с точки зрения каких-то стереотипов, форматов красоты. По сути, у вас комплексы внешности, это когда на нее как бы обращается чересчур много внимания на внешность. Но при этом забываются другие важные моменты. Внутренний мир, интересы, ценности, поведение и прочее. И насколько вы не верите и боитесь любви, да, ну вот, к вам. Потому что вас бросит настолько, вы не принимаете себя. И, соответственно, идея здесь заключается именно в том, чтобы принять себя потихонечку, отказаться от оценочных суждений. И, возможно, заняться личностным ростом, чтобы видеть другие, более важные вещи, а не то, что касается, к примеру, вашей внешности. Вот такой ответ я могу вам дать. Не буду скрывать, довольно странно звучит ваша история о том, что девушка в меня влюбилась, но потом переехала, и мы расстались. То есть, получается, девушка влюбилась в вас не настолько сильно, чтобы стремиться остаться с вами. Вы цените ее не настолько сильно, чтобы переехать к ней в город. Какие у вас вообще чувства к ней? Есть у меня такое ощущение, что вас волнует ее красота. Что вот красивая девочка полюбила вас. Что вы к ней чувствуете? Просто если здесь вопрос о том, что вы ценностно воспринимаете свою партнершу, воспринимаете ее как, ну, как ту, кто может вот вас реабилитировать в собственных глазах, то эти отношения не совсем здоровые. Если вы видите в ней человека лично, любите ее, то это другое. Но мне кажется, что пока вы относитесь к себе, именно к себе, вот так, у вас ничего не получится. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что
вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.